Праздники – это добрые события, но венцом этой доброты является свадьба, где главный действующий персонаж – это мама. Алло, Тань, поздравь меня, я выхожу замуж! Так, а вот там, где обоина оторвалась, плакат повесьте. Дети, кто вас придумал, что вы стоите без дела, дуйте шары? А свадьба будет 7-го. 10-го. Вот так, где ты уже, вот здесь сидишь. Свадьба будет сегодня! Мама! Не благодари. Да как сегодня? Ты что, ничего не готова? Как это не готова? Мама все порешает. Мир не без добрых людей. Ага, ага, Ирка, да. 4 будут, куда денутся, ага. Так, с ЗАГСом я договорилась. 4 часа пойдете, тетя Ира вас распишет. Что только люди не сделают за палку колбасы, а? Мама, у меня даже девичника не было. Степа! Шоль! Рубль подними! Вот, стриптизер был, я подруга была, девичник удался. Мама! Не макай! Игорь, неси кольца! Как где? Где всегда? В серванте, в рюмке, да. Так, теперь с тобой. Ты там давай не пырхайся, не ерепенься. Что? Не знаю, мать должна какие-то напутственные слова дать. Мама, где свадьба будет? Как где? В Ласточке. В Ласточке? Ты там свой юбилей отмечала. Да не волнуйся, там уже все восстановили. Гады, ненавижу, поймай, руки поотрывай. Так, в чем дело? Кто-то опять все это барахло на мою машину повесил. Да ты посмотри, а 4-й раз машину разряжает. Ты понимаешь, у нас свадьба. А я тут при чем, женщина? Свадьба ваша, а бензовоз мой! Мама, бензовоз! Дочь, а что было возле подъезда, то и нарядила. Не волнуйся, мама все порешает, только папу твоего найдет, а? Коля, паразит, где ты есть? Всю кровь мне выпил. Ипотеку взял и в кому впал, а я выплачивала. А почему в кому впал? Потому что я узнала, что он ипотеку взял. Коля! Фу ты, блин, а! Коля, ты что, еще не одет? Фу. А музыка какая будет? Я не знаю, ты сама выбирай. Мне вот это нравится. Забыли. Что забыли? Покрестить тебя забыли. Детей вам надо сразу заводить. Мы пока не планировали. Мама все порешала. На первое время у Петровых Стасика возьмете. Ну что, девоньки, отправляюсь в поход я. Что привезти вам? Мне шелка. А мне цветочек аленький. Вы что, издеваетесь? Я спрашиваю, что привезти вам? Мне шелка. А мне цветочек аленький. То-то же. Вот видишь? Дядя Валера раньше белке со 100 метров в глаз попадал. А сейчас она ему мстит. Ой, мам, слава богу, мой Павлик не пьет. Доча, какой Павлик? Сережа? Мам, какой Сережа? Мама все порешала. Сын депутата просто так на дороге не валяется. А я шла и подняла, понятно? Едут, едут! Здрасте. Сынуля. Мамаша, а? Договоримся сразу. Я вас не трогаю, вы меня не трогайте. Ха, говорит, как твой папа в нашу первую брачную ночь. Катюша, хочу вам сразу сказать, я против этой свадьбы. Меня заставляет отец. А меня мама. Люди добрые, свадьба будет в доме нашем. Ой, Господи, ну что, дети, бегите в ЗАГС. Мама, ты! А я что? А я за тортом или за тортом? Да я и то, и другое привезу. Давайте, бегите. Горько! Горько! Ура! Помню, как еще вчера прибежала ко мне однажды. Грудь упала, плачет. А я ж мать, я сердцем чую. Перегар. Хорошо не убила. Да лучше б убила, сейчас начнется. Баба дай, баба ням-ням, баба я все. Ой, поскорей бы внуки. А.
Коля, паразит, я тебя когда-нибудь прибью, честное слово.